Пожалуйста. Так. Крестом найдите. Девочка моя побежала. Пошли глазиком рвать, да? Пайс, это чей друг? Пайс? Угу. Пайс, может. Так, по черепу играем. Трусы, фир. Еще один ордру добрал гильдию. По черепу играйте. Шреддер, ферни, пожалуйста, луну. Остальных добиваем. Верхний бьет по КД. Шреддер, не забудьте фирять только. Моб забагался. Отбагается после фира. По командиру играйте. По череп. Потом без метки. Опять по череп. По черепу играем. Тактика на последнем. Сейчас по тактику играем. По трусам. По трусам. Да, 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 да. Тут забафаемся, побежим, блядь. Так, Реснана. Ханты ведем. Там будет два этих. Шреддер луну будешь этот фереть. Молсу бафнули. Не люди... знаю. Люди же изобрели, да, что вместо людей роботы проверяют, там, кто за стенкой стоит. Вот так как бы, да? Шреддер, луна. Черепу играем. Так, за шакли я контролю. За шакли, пожалуйста. А, не, не надо, не надо, нормально. Луну ферни только. По черепу играем. Сейчас за шакли звезду. О, отлично. Череп, 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 череп. Шреддер, луну реконтролирую. Дальше по черепу. Может, лежи уже, нет? Дальше по луне. Ладно, побегу. Потом по трусам. Трусам. По звезде. Шо, вы третий воятель заберешь? Нет, ты чё, зачем? Гурский, рано, рано, рано. Подожди. Последний останется и поведешь.
Види. А почему там не заливаемых? Больше времени, что было. На квест. Да. Отсчет идет, как мы заходим туда. 30 же минут. Да, 30 минут. У нас будет время на советы, плюс еще на трэш почистить. А трэш чистить надо почти с двух сторон. Чтобы на лане он не прилетел просто. А, Клыкач, другу своему, пожалуйста, передай, не во время РТ это делается. Что? Секретики какие-то, да? Да, не пишется. Да, люди, как... Твинси умерла. Так, столько счастья. Без метки, без метки играем. Без метки. Я споткнул. Без метки, пожалуйста. Играйте по трусам. По трусам. Пошел опять вести. Игро. Следите за целью. Он меняет очень ее быстро. Осторожно, там еще трэш бежит. Один, походу, тут. Слушайте, а мне кажется, или тут трэш, реально, я извиняюсь, что перебиваю, а тут реально трэш удобнее бить, чем там в комнате начинается какая-то жесть, какие-то прыжки и все в этом стиле. Всего помало агрит, если там тоже будет помало агрит, то будет все нормально. Не заходим, не заходим. Ребята, что, не начинайте отчет. Есть там гурски еще что-то? Давай, давай. Вес. Рыбу поставил. Пушаем рыбу в баффон. Сейчас веснут локо. Дали пул. Фласки, если Гуччи заканчиваются. Чё, Гуччи? Ты где? Беги, давай быстрее. Бегу. Фласки, дверь, если заканчиваются фласки, ребят. Фласочки обратно. Ну, реюзаем. Двери не откроются, пока не убьем принцов. Так что там даже ничего. Что такое? Фласку дать? А, секунду. Этот, Ханта, ну-ка посмотри через люстру. Там можно в этот, либо с меня таргет. Нет. Возьми, там моба можно выделить. Нельзя, Саша. Я выделю. Ну, выделить я можно. Это и так сейчас фигню делаем. А если мы сейчас так сделаем ЭГМ, палят нас. Улетишь. Куда подальше? Чек на готовность. Эвинар, юзы. Келесета держит. Дыгдымыч держит двоих. Бак, на пул на Дыгдымыча Талдорама. С Валнаром. Все готовы? Да, я вижу. Все готовы? Пошли. Пошли. Отважный лок Пещеркин решил выполнить квест. Они так еще будут вставать, что... Глупые смертные. Думали, что одолели... Келесета всегда бьем точечно, если на нем будет таргет. Я думаю, что бы мы с тебя делали? А шарнуть квест можете или он не шарится? Не шарится. Какой? Далее, Гера. Гера, не? Ужались вихрь, рейндж набираем, не слакаем. Геру, не? Команда была на Геру. В чем проблема? Смена цели 5 секунд.
Ренджу набираем. Келесета точечная. Кто не умеет точечно, значит не бьет. Сферы на меня кинулись. Бука. Ты не должен бить. Ну я там слабый талант есть, но он вообще ни о чем. Просто стой в стороне. А вот хоть один удар приносится, сферы уходят сразу. Ребят, ну вы издеваетесь или чё? Если у вас Т4, вы не знаете проков своих или чего? Не можете точечно бить, значит не бьете. По талдарам играем. Там что флудит из корни. Кинетика над боссом не падает. Рэндж набираем, не слакаем. По Волнару. Три секунды смена цели. Катушка. Нормально. Да ладно. Нема. Катушка. Че, пойдем для трэша быстрее бить? Так а че этот квест надо брать или нет, скажите? Знаю. Да, да, конечно. Конечно. А что, самолете тогда я быстренько? Давай. Или ладно, ладно. Беги, беги, беги. Опять бой. А какой квест? Лимон, подождете после этого трэша? Да, а да, что да. За квест, пацаны? Чистим! Спасти разведчик. Видишь, там разведчик стоит у совета. Каждая капля крови. Да, только, пожалуйста, не скажите, время-то идет. Да. Трэш быстрее надо идти. Трэш дочистили, постояли чуть. Там еще один хрен. Я уже тут, спасибо. Дёрните его, есть по ухватке. Сейчас даже фласт на 50 упал. Вижу. Плохо, чё? Да, рили. Боежный, хорошо. Пояс упал. Эти поясы постоянно сыпятся. Стойте, не агрите. Дайте лут раздадут. Сейчас, ты.
ГЦ, ГЦ, задумчик. Спасибо. Ты что, его не было, что ли? Я говорил, ничего не надо, гля. Тут катушка выпала, ага. Надо попробовать. Вот этот мусор ты за ГП хочешь отдавать? Третий спек руки, если это мусор. Нам совсем на лето. Ждем, пока РЛ разролит лут и возьмет боешку, потому что во время боя багается, ну, не открывается и вот на. Че, сколько нету, да? Нету. Вот, бери. Угу. Где там? Все, погнали. Я уезжаю нафиг. Тактика в контроле. Трусы я контролю. Луну контролю Шредер. Че, въехал? Да. С двух ног, да? На тот свет, да? По луне. По луне играем. Дальше по трусам. Это же превышалки. Превышалки пашут и на облике, что ли? Он с вас на постели перейдет. Креснули. Дживса перед боссом поставлю. Баф даем, пошли уже. 4 квест. Чумчик, мы же спекнем, да, в лице человека? Какого? Какого-то там. Зачем? Выхерим. Должны. Я вас верю. Если нет, квест не сделаем. Я и говорю, мы не сделаем квест. Просто на взлетках один приз на одной, другой приз на другой даст длинных вовремя, и все. И сакры дадут. Дайте акулы там прикол. Что тебе дать? По черепу. Луну контролишь, Шредер, пошли. Дальше череп. А если я укус ставлю? Дальше череп. Ты не врывайся. Сказали прожимки не жать начать. Милишники не врываются, пока укуса нету. Укус появился, ворвались. По луне играем. Где трусы? В принципе, на два трая время есть. Могу сейчас СС повесить, как раз отпадет СС, мало ли чё. Только на кого, скажите. На того, кто рейснет. На Хексера. Без метки. Азимус, тут знаешь тактику, нет? Кусать и от троющих теней убегать по стенке. Пакс сносишь с тенями, по стеночке разливаешь. Ники будут произноситься. Пак также анонсироваться. Окей. Кошешь, можно подать это.
прожать под ложу. Кош лучше мы... отжимать. Куда вы пошли? Дальше трэш чистим. Быстрее, пока время есть. Этот трэш тоже надо чистить. Череп, крест. Тяните. Тяни. Тактика вернул. Тяните крест. Любой притянул крест, да и все. Да. Дальше по тактику. Ну если они пошли фиксить что-то в ЦЛК, значит они его хотят тоже понарфить обычек, я так понял. Потому что смотри, вон слизняки уже. Слизняки агрятся маленькие топ. Так, по тактику. Ага, и на прелести нет. Мелкие. Да, не то бывает, то нет. Лу, притяни эту аристократа. Это так же, как в ЗА, короче. Раз появляется, раз нет. На пятой фазе. Эти, как раз нам повезло, мы убили, потому что этот был. Не думал. У нас первый раз. Вообще не появлялось долгое время на базу. О, а не да. Это на базу сразу же. А куда вы вниз побежали? Вниз куда? Не надо. Нет, этот не агрится, Лимон. Бля, сказали же весь трэш чистим. Нет, я сказал почти весь трэш. Ладно, по тактику играйте. Там еще один в бане стоит. Нормально, там потом вы увидишь его. Добиваем. Лимон, сейчас сюда нам будет давать. Только этот, как вот здесь вот на этом парапете, тот не агрится, а этот загрится может. Не раз было у нас такая фигня. Дальше, лейтенант. Ну я тебе о чем говорил. Агрится, агрится. Да, в десятке. Там типа Лана дает фир, ты в фире в текстуры уходишь и сквозь текстуры к ним попадаешь. Вот и агр получается. Че, можно кольцо одеть? За полцы на это ука. Где-то 6 по 6к или больше. То есть 3 косаря. Кому драйта дать? Медвое. Звезде. Так, фласки сейчас рыбу ставлю. Рыбу поставил. Дживса ставлю. Кому надо починиться, Дживс стоит. Реги закупитесь, оперативник только. Рыбу едим. Рыбу поели, фулбаф дали. Кому что-то не хватает, в чат быстрее. В 15 минут у вас. Так. Чек на готовность. Буквально полсекунды. На ивинар на пол. Вот я сменил. Затем Кана задумает в ваших интересах. Орхидея, чего не хватает? Полсекунды. На
Готово. Что? Место второе поставьте, а вот мой. Чек на готовность. Где? Да я включу. Ну, все готовы? Отчет на пол. Это было неразумное. Зачем тогда давать отчет, если вы пулите сразу? Чтобы вы подождали. А я, может, хочу две фласки прожить. Я прожму две фласки. Факт. Ты составь ее правее, чуть отходи вправо, чтобы она стояла по центру. Весь бурс просрал бы. Шансунг. Факт. Оперативней. Не туда бежишь, Рога. Ты что делаешь? Факт, факт, Рога. Рога назад, надо сбегать. С фактом ты сбегаешься. Я первый раз стрелял. Ник произношу, Рейтью побежал. Когда ник произношу, соответственно, это тени. С фактом сбегаешься. Мне нужно под босса бежать или наоборот? Нет. Нет, друг дружке. Красные лучи от трех человек, вы должны сбежаться. Понял, точку. Вот видишь, как побежались в одну точку. Ты туда бежишь, что ты делаешь? Вот, все в одну точку должны бежаться, не тупи. Все понятно. И раньше подарите, там Эрдру, Хан, кто там стоит, стреляет, Клыка. Чопс. Кус, Роги, объясните, пусть сейчас вампиром станет. Рогу не кусайте тогда. С укусом надо укусить, подойти человеку, лицом стоять к человеку и кусить, выделить таргет, пакт, и укусить. Тотем и трепета шамана поставили. Один из престов. Я дам первый шансон. Угу. Уши ходить. Рэнджу набирали. Покусали. Покусали, ребята. Зачем вы Рога укусили? Тагурский укусил. Зачем? Кушан не турбой. Было, наверное. Кушан турбой. Смотри, я кусал. Тебе висит дебаф укуса. Когда спадет время... Факт. Будет... Лишний флот убрали. Я ему уже объяснил, что сделать. Мангиал. Панелька только заменится. Панелька стандартная твоя уберется и останется один скилл на единичке. Подходишь к любому к ДДшеру какому, лучше к РДДшеру подбегаешь. Он... Пусть сову укусит слева. Вон чувак. Понял. Обязательно пойду. На второй взлет я даю. Клыкач. Да, ты второй гим на хп даешь, на второй взлет. Факт. Кусать раз в минуту надо. Да, я вижу. А Зенус побежал. Отведите босса. Отведи босса. Видишь, в мелизоне разлил. Тотем и трепета. Блять. Все, сейчас дам. Раньше. Ренджу да. Набираем сразу. Дай мастера. 16. Гимн не забываем. Кого следующий? Мутью укусить? Я ну, мастера. Кого из ДДшеров кусаем? ДДР. Я мастера закусаю. Я ханта укушу. Пак. Ты ханта второй раз не убил. Хекстер. Побежал. А Геру мне там? Геру дали. Укусил ханта второй раз. Что ты делаешь? Можно укусить Мосу, Лу.
Медвея, Войда и Чебурлова. Фея. Пакт. Там хули пал кричит. Быстрей. Чопс. Не успеваем? Нет. Должны успеть. Там еще 20 секунд. Добавим еще 20 секунд. Успеваем, должен. Пак. Готовьте баблы, если что, паладин. Пак. То есть 20, давайте. Быстрее с пактом. Кенни, турбойс. 15 секунд, вас. Глыбу. Ёбаный рот. Ну, доты, сука. Ну, догрызи, не. 500-ка. Бля, не догрызет. На ней щит земли висит. Сука. Это, блядь, отхилы. Вот зачем вы Рогу укусили, Ладждану укусили, зачем? Вы вытаскиваете фреймы, так не пойдет играть. Блядь, я думал, я резну вас всех. 8 минут, давайте быстрее. Войда, когда меня сова укусила, потому что подбежала к Мусе, а ее перед носом кто-то укусил. У нее уже не было вариантов. Этот, она меня укусила. Кто укусил эти уроды, да? Давайте быстрее пробахаемся. Блять, а кто тело покинул? Ебать. Я не резну, а далеко был. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тыкайте шкаф, сумоним. Лимона давайте. У кого не рискуйте. Вайп не из-за укуса, надо точнее говорить, а из-за того, что люди не видят весь, и на ком есть укус, на ком нет. Там стоит шаман, им похер, они не видят хилос или быстрее всех. Я предлагал, вот в прошлом рейде у нас был идеальный трай. Если вы будете во время боя лимон, например, а каждому говорить, кто кого будет кусать, это вполне реально сделать за протопала, который стоит, ничего не делает весь бой. Если вы будете говорить людям, кого кусать, можно заранее выбирать. Если вы будете так рыбу поставите играть как попало, кусать хилов, мы никогда не убьем этого ШП босса. Поставив рыбку там пока. Ставлю. Вот. Так что выбирайте, либо убивать с первого трая, либо вайпаться. ДД неукушенные стоят. А вы вайпаетесь на 500 тысяч. С укусом побежали. Не хватит, хилам, значит, не хватит. Пацаны, сумоньте быстрее, кто пеше бежит. Быстрее. Мы уже добежали. Так потому что все стоят, бафаются, хавают. Там нет, чтобы, блядь, вас пустить. Или лимон, или мидвей, мне кажется, квест мы просрём. Ну просрём, значит, просрём. Это пытались сделать. В чем проблема-то? В следующий раз захотите квест сделать, не будете тупить. Конечно. Ребят, очень много флуда в этом дискорде. Чек на готовность. А, чулана еще нету. Двух стаев. Давай, бафаем сразу друида. Кушай рыбу. Как откушаешь, плюс чат. Еще раз чек на готовность. Каску раздавай. Шреддер, быстрее. По всем. Все готовы? Так точно. Да, да. Отчет на пол. Алиса, как она побежит кусать кого-то, отходишь влево или вправо, чтобы она на центр перешала обратно. Пакт. О. Лень, отойти он кусишь. Турбойс.
Факт. Лео, чё стоим-то, я не пойму, а? Мастерал. Пак. Клинит задума. Эйтю турбойса. Наверное, лучше наоборот, мы рядом стоим. Ты с этим, Мангиал, побежал? Ты с Гуским стоишь? Да, мы постоянно. Значит, Эйтю задума, клинит в турбойса. Факт. Тотем и трепета поставили. Первый гейм опять шансон. Моса. На Мосу дали антифир. Каплю дал еще. Рэнш, Алиса влево. Дай сакру. Дал, мастер. Так, берите. Дальше двух шипешников, пожалуйста, кусайте. Мангиала и Чулана. Распределяйтесь сами. Пакт. Мелизон. Войд. Аурова, дай мне. Да-да-да, сейчас. Я Мангиала. Давай. Задум Мангиала будет кусать. Клинит. Кусаешь Гуси Майнд ШП. Гуччи. Гуччи. Гуччи Майнд. Турбойс. Пакт. Турбойс. Кусишь Шансунга. Эйтью. Кусай Чулана. Боже, задум. Задум. Спамрежем. Отбеги, слух. Эй, блин. Минус хил. Так, Но у меня одновременно. Чебурлол. Бей, за дом, бей. Бей, 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 бей. Пакт. Пробав Эйтю побежал. Тотем и трепета. Пробав друида. Мастерал. Рэндж. Рэнджу сейчас набираем. Рэнджу набрали. Шреддер, мастерал. Гимн прожал вообще-то второй. Лично. Дальше кусайте ДДшников, ребят. ДДшников, клыкача кусайте. Шансон их не укушает. Как Мангиал сдох. Факт. Наверное, не прохил. Турбойс побежал. Рабаб Фалимага, Геру дали. Че, 50 секунд? Факт. Чуберлол побежал. Задумчик усни шансованная сзади стоя. Двадцать секунд ровно. Пак сбегать, алё. Пак сбежались. Потом дам бабл, еще 8 секунд потанчу. Не потанчу. Приятного аппетита. Начинаем представление. Так, ну что с проблемой, ребят?
Вон маг умер от незахила, скорее всего. 30%. Блин, кто там вообще ДПС не дает? Что, турбойст? Надо, чтобы турбойст первый ловил укус. Турбойст дает 17 укусов. Так, а чё у нас стоит посередине, блядь? Так. Чё? Встаем, побежали. Нас лесом давали. Дайте МК, пожалуйста, по задуму. Вроде профа теперь убиваем, а постоянно на лане какие-то проблемы. Да нет тут проблем, чё ты... Клиня, давай ластовый. Кай? Там он скифон пришел. Да, я понял. Да, давай, давай, сейчас трай будет ластовый. Если так же вайпнемся, пойдешь. Я поменяю. Умирать с укусом нельзя, да. И не захиливать тоже. Ты провалялась на вальку, идем, да? Нет. Да никого нету. Ладно, дальше посредине стоит. Турбой, ты запрял. Шкаф. Чё, смотри, прям в центре можно бить. Нет, она отбагает. К тому же будет кидаться этот. Кровь, если будет. Ну, этот. Зеркало, если будет кто-то перед лицом босса стоять. А не на вас. Хексера зачем кусали? Не знаю, меня укусили перед брысой. Ну продолжайте дальше хилов кусать. В конце, скорее всего. А, нет, если он сдох, значит кусили раньше. Ребят, убирайте не хилов. Хилов у вас 4. Это Хексер, Лачдан, Твинси и Чебурлол. Паника можно посмотреть, не надо паниковать. То, чтобы выбрать цель и укусить, вам дается там 10 секунд. За эти 10 секунд можно город свернуть. Ну, значит, я вам говорю, кого кусать, ребят. 8 человек. Кусайте. Если далеко, кусать какого-то РДДшника. Кого? Когда 8 человек укушенные, тоже надо говорить, потому что они из кого попало начинают кусать. Фулба даем. Миликов много. Я предлагаю первый укус и тью, чтобы занес в миликов. Потом мы можем распределить. Будет один укус миликов. Но мы много теряем. Много теряем ДПСа на взлетках. РДДшники на взлетке продолжают ее бить. Милишники бить не могут. Для этого и кусаются первыми РДД. Последние укусы вы можете отдать в милишников. После второй взлетки можно миликам укусы раздавать, чтобы так понятнее было. РДДшников до хренища. 8 укусов должно быть на 8 РДДшников. Сейчас у нас РДДшников. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это чтобы вы понимали.
Это еще три РДДшника, не укушенных. Чек на готовность. Да блять, что за... Дарт Вейдер сдулся. Да нет. Чек на пол. Точнее, счет. На, чёрт. Ставьте сразу. Перед мордой бегите. Перед мордой не бежим. Ладждан. Да. Только сейчас объяснял, что в этот вешается зеркало. Пробафали. Пакт. Сведума сразу же кусаешь. С пактом сбежались. Быстрее. Орхидея. Каску по шаману. Фак. Расколы войти. Все, пятый старт пошел. Мастерал. Куда его иди? За дому кусаешь гуртки. Факт. Быстрее. За дом клинита. Айтю лопососа чулана. Элемент про. Ники произношу, которых кусать надо. Факт. Подбегайте к тем, кто вас будет кусать. Держитесь к ним на рейнже, но близко. Потем и трепета. Азенус побежал. Кош, прожми. Можешь и не можешь не бежать. Рейнджу набираем. Как взлетит Шреддер, Мастер Аур. Начинаем представление. Прохил рейда. Алис, левей. Ну лужа же у меня. Отдай мне этот ауру. Факт. Лыкач. Так, Эйтю, Турбойса, Чулан, Мангиала, The Doom, Шансунг, Клинит, Гуччи Майнд. Кто Гуччи кусает? Клинит. Лог демон. Пакт. Моса. Чтобы найти этого клинита, где он стоит вообще? По центру босса. Близко не стойте, ну наберите чуть раньше и бейте. Факт. Разбегись, пожалуйста. Я не знаю, у меня просто мышка что-то. Тотем и трепета. Выйди с лужи. С лужи выйди. Он тупо в луже стоит. Да, блин, тупо в луже стоял, потому что не отобразилось. Тупо я завис. Же произнес ник. По центру его ник. Прохил рейда. Так, Моса, БР Лачдана. Чулан, БР Вайда. Хексер, БР Лу. Кусаем милишников. Факт. Турбойс. Геро.
Давай. Ложимся. Гадите какой-нибудь хил сюда, дам дела. О. Ну, рано, только не давай. Стоит, так сейчас спряталась.